Всем добрый день. Мы находимся в мобильной студии телеканала БИС ТВ, канал об информационной безопасности и не только. Наша программа «Стопка новостей». Не серьезно, а серьезно. Я Олег Седов. Рустем Хайретдинов. И сегодня мы вам расскажем о самом интересном, что произошло в информационной безопасности за прошедший месяц. Главное требование – не серьезно, потому что если серьезным делом заниматься серьезно, оно получится скучным. Если новость покажется нам интересной, мы ее прокомментируем. Если же она окажется нам недостойной внимания, она будет посажена на кол, который находится прямо перед вами. Итак, стопку в студию. Ну что ж, начнем, пожалуй. Первая новость. Нигерийские письма предлагают поработать. Уже очень много можно узнать из новости. Во-первых, что в Нигерии есть почта, и она работает. А во-вторых, что в Нигерии кто-то еще работает. Это просто перевернуло мой внутренний мир. Учитывая то, что источник Daily Mail в Британии стоит прокомментировать в Центральном уголовном суде Лондона, прошло первое слушание по делу банды мошенников родом из Нигерии, разместивших зараженные вирусом объявления о приеме на работу самый известный универмаг Лондона. Злоумышленники использовали бесплатную сеть. В целом, злоумышленники увели со счетов 1 миллион фунтов. Я думаю, за такие деньги можно и устроиться на почту. Конечно, особенно в Нигерии. Да, и не надо корабли грабить. На кол. Актуальные новости. Пожалуйста. Рустем, а чего это ты такой загорелый? Я уже хотел начать что-то читать. Нет, ты сначала... Хотел избежать такого разговора. Ну, вот, немножко загорел на Карибском море. Бывают такие вот счастливые недельки. Мог бы соврать, что горю на работе. Да, намазался с утра автозагаром, чтобы вызывать зависть у коллег. Вызвал. Начинай. Ну, давай. Письма в никуда. Что, опять нигерийская почта? Нет. Ассоциация региональных банков России в письме Эльвиры Набиуллиной просит изменить закон о национальной платежной системе, сняв с кредитных организаций обязанность по уведомлению клиентов о совершении операции с использованием prepaid cards. Как ты думаешь, почему? А источник? Известия. На самом деле банкиры говорят, что при выдаче предоплаченных карт идентификация клиента не проводится, и у оператора просто нет контактных данных для отправки. Я предложил в новости, потому что попросить какого-нибудь внешнего ума, внешнего разума, чтобы прокомментировать актуальность данной новости. Мне кажется, нашего разума здесь будет недостаточно, даже загорелого. Абонент временно заблокирован. Ваш звонок очень важен для нас. Да, похоже на то. А источник The Times of India. В Индии есть Times. Отлично. Полиция Нью-Дели наткнулась на новый хитроумный метод кибермошенничества. Располагая необходимой информацией, включая логин пользователя, пароль и персональные данные, злоумышленники заявляют об утере или краже сим-карты. Круто. Имея такие данные, только сим-карту воровали. Главное, кибермошенниками оказались двое нигерийцев. И здесь нигерийцы. Это просто какая-то клановость. Я думаю, что инновационная страна растет у нас, на наших глазах. О, полезная вещь. Профилактика от кардеров в регионах. Газета «Новые известия». Так. В Пензенской области, уже неплохо, прошла акция «Не дай себя обмануть». Поводом для этого стали участившиеся в регионе случаи мошенничества. В ходе акции проводились профилактические беседы и распространялись листовки с напоминанием распространенных способов обмана, как новых видов мошенничества, так, казалось бы, и давно забитых старых. Я так и представляю, как по улицам Пензенской области ходят молодые люди с листовками, пристают к старикам и говорят: «Здравствуйте, вы не хотели бы переписать на нас вашу квартиру?» Они говорят: «Ну с какого статью-то? Ой, простите, мы, кажется, не с того начали. Вы верите в Бога? Не дайте себя обмануть». Чего так не придумает? Мобильный спам укоротят. О, конечно, эта новость разлетелась спамом по всем СМИ. Именно. Ваш ход, коллега. У утюгов тоже есть уши. Ну, ясное дело, иначе кто бы выиграл бы тендер на поставку детекторов лжи, как не зовут паяльников? Сейчас узнаем. Изобретению китайских специалистов могут позавидовать и хакеры, и даже американская разведка. Инженеры из Поднебесной встраивают в бытовую технику специальные чипы, которые автоматически присоединяются к сетям и рассылают вирусы и спам. Партию таких шпионов, утюгов, чайников и телефонов случайно обнаружили в Санкт-Петербурге. Что значит слово «случайно»? То есть уши китайских спецслужб уже в Санкт-Петербурге, а они случайно их обнаружили? Я думаю, что качество новости не позволяет нам ее отложить. Отчитаются ли провайдеры перед спецслужбами? А у них что, есть выбор?
Спецслужбы согласовали проект приказа Минкомсвязи, в соответствии с которым к 1 июля 2014 года все интернет-провайдеры обязаны установить на свои сети оборудование для записи и хранения интернет-трафика на срок не менее 12 часов. Я бы проконсультировался об этом у Сноудена. С минуты на минуту ждем. Выход. Паника по СМС. Это типа «мама, положи денег на телефон»? Ну да, это мы уже проходили. Анонимы Кавказа из Европы. Источник газеты «Ведомости». С помощью DDoS-атак на сайты Центробанка хакеры из группы Anonymous Кавказ пытались взломать скрипт, обрабатывающий публикации курсов валют. Но при этом атака была хорошо подготовлена, как отметил Сычев. Сычев — это автор атаки? Нет, мне кажется, это добрый Бэтмен из ЦБ. Артем, привет. Артем, привет. Мы тебя прокомментируем с помощью большого разума. Вау. ЗАГС получил электронное заявление от Депардье. Да ну, ну-ка. Нынешняя процедура регистрации на госуслуги РУ, по мнению премьера Дмитрия Медведева, чересчур сложна. Это мешает гражданам использовать портал. Минэкономразвитие уже разработало новую концепцию самого портала государственных услуг. Однако упрощение регистрации может привести к злоупотреблению. Это даже было доказано на практике группы хакеров. Они зарегистрировали и подали заявление в ЗАГС Москвы от имени пользователя по имени Жерар Депардье, паспортные данные которого взяли с фотографии в интернете. Этот Депардье переехал в Россию, снялся в роли Распутина, заговорил в образе Распутина языком артиста Гармаша, а теперь написал письмо плохим почерком Гармаша, которое хакеры от лица себя публиковали на сайте госуслуг. А вот что мне интересно, так это откуда премьер Медведев знает про интерфейс сайта госуслуги.ру? Он что, им пользовался? Наверное, заходил и регистрировал свой ИЧП? Медведев и сыновья? Ну, те, кто был на госуслугах.ру, понимают, что там интерфейс написан чужим для хищника. Что же будет с обновлением? Я думаю, что с обновлением будет съемки нового сиквела «Чужой против хищника 2». Так будет выглядеть сайт госуслуги.ру. Давай мы зададим вопрос экспертам. О том, как они видят хищника или чужого. Зачем Медведеву выходить на сайт госуслуги.ру? Продолжим. Ловушка для жаждущих безопасности. Фальшивые антивирусы, которые сообщают о заражении компьютера и настойчиво рекомендуют приобрести защиту, стали в России самой популярной схемой выманивания денег у интернет-юзеров. Подобные атаки, сообщают РИА Новости, заканчивается успехом злоумышленников примерно в 8% случаев, в котором пользователи теряют деньги. Ну, 8% не могут ошибаться. Надо срочно снести свой антивирус и поставить фейковый антивирус. Боже мой, чего только не предлагают людям. Мой ход. Псевдо-Сбербанк вывели на чистую воду. Не уточнишь ли для особо бестолковых, псевдо-Сбер или псевдо-банк? Посмотрим, что скажет портал Билайн. Компания Вымпелком, бренд Билайн, сообщила о фиксации случаев получения абонентами СМС мошеннического характера с номеров, маскирующихся под короткий сервисный номер 900, принадлежащий Сбербанку. Оператор принял ряд мер и в том числе заблокировал номера 900 и SB900 на платформе SMS Proof. Кроме того, номера внесены в общую базу данных, поддерживающую SMS-партнерами Билайн в рамках объединенной программы антиспам деятельности. Но я думаю, прежде чем они заблокировали, они смогли немножко на этом заработать. Хорошо, что у меня номер начинается на другие цифры. Эта новость точно для тебя. Бразильцы помогут Шойгу одолеть киберугрозы. Сейчас твой загар нам прокомментирует, как это у них получится. Министр обороны России Сергей Шойгу предостерег от того, чтобы недооценивать угрозы кибербезопасности в деле обороны любой страны. Зачем нам кибербезопасность любой страны, тем более Бразилии? Ну, туда очень клево ездить. Там тепло и много диких обезьян, ты же знаешь. Главное, чтобы были нормальные служебные командировки. И безопасные. Какая трудная работа у нашего министра обороны. Так. Бананы, древесины, героин. Только не говори, что это опять про мое путешествие. Заметь, не я это сказал. По мнению информационного агентства Интерфакс, базирующая в Голландии группировка наркодилеров наняла хакера для взлома IT-систем, контролирующих перемещение и местонахождение контейнеров с грузами. Это позволило преступникам в течение 2 с лишним лет прятать партии кокаина и героина в емкостях с легальными товарами, такие как бананы, древесина, транспортируемые морем из Южной Америки. Две вещи знаю.
Во-первых, могу поспорить, что я знаю, чем расплачивались наркоторговцы с хакерами. Скорее всего, бартером. В бананах. Экономят на налогах. А во-вторых, мне опять одному прослеживается здесь тайный сговор с нигерийской мафией. Да. И с Бразилией, где был Шойгу. Вышли на международный уровень. Не опаздывай на встречу с банкоматом. Звучит драматично. Ну, вообще-то я не очень верю в любовь между человеком и банкоматом. Ты знаешь, я считаю, тоже. Но когда я вижу, когда банкомат выдает людям деньги, то, судя по лицам, ожидающих эти деньги, я начинаю в этой истине сомневаться. Ну, тут пропустим. Не будем огорчать себя. Вау. Молдаване терроризировали банкоматы. Обкладывали кафельной плиткой? Сейчас узнаем, что нам скажет и Тартас. В Подмосковье предъявлено обвинение трем гражданам Молдавии, сумевшим скопировать информацию с 5000 банковских карт с помощью скимминга. Всего им удалось скопировать информацию с 5000 банковских карт, на которых находилось более 70 миллионов рублей. Более 11 миллионов рублей злоумышленники похитили. 11 миллионов рублей. Это сколько же кафельной плитки можно было уложить на эти деньги руками их соотечественников? И это вам не нигерийские письма. Это молдаванский бренд. Излечить банкомат от жадности. Злоумышленникам удалось получить физический доступ к банкоматам нескольких мексиканских банков, в результате чего они вставили в CD-ROM терминалов загрузочные диски с вредоносным ПО. И это где у банкоматов CD-ROM? Я думаю, что в Мексике. Надо съездить посмотреть. У вас большие творческие планы. В России деньги возвращают хуже. Хуже, чем не возвращают? Сейчас узнаем. 72% российских интернет-пользователей из числа тех, что подверглись кибератакам и потеряли в итоге реальные деньги, так и не смогли вернуть свои финансовые сбережения назад в полном объеме. Для сравнения, мировая доля таких же пользователей, ставших жертвами финансовых кибермошенников, составляет 42%. Непатриотичная новость. Россияне, вы же не обижаетесь. Детская задачка. 13-летний мальчик Айман Кампури, школьник из Абу-Даби, расшифровал 5 сообщений, созданных британской разведкой. Для этого ему понадобилось 3 недели и расширенная версия программы «Математика». Я давно предлагал детский журнал рубрику «Криптозадачки для самых маленьких». Да-да, у всех свои Павлики Морозовы. Тем более, что источник правды – The Kyiv Times. Вау, wow. The Kyiv Times. The Kyiv. The Kyiv. The Knuckle. Мой ход. Штраф за молчанку. Молчанку будем играть? Да. Компанию Mail.ru оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ предоставить данные о переписке. Федеральная служба по финансовым рынкам обратилась в Mail.ru с требованием предоставить сведения о том, с кем пользователь почты Mail.ru осуществлял переписку за определенный период. В свою очередь, компания отказалась это сделать, сославшись на Конституцию. Ну, это очень не хватало, с одной стороны. Штрафы и так задрали за парковку, а тут еще и за молчанку штрафы поднимают. Не хочется о грустном? Давай пробьем квиточек. Нет, я думаю, что новость может быть эпохальной, и оставим ее для обсуждения с умными людьми. Итак, для нашей стены тщеславия, славы и позора мы выбрали 5 новостей. Среди них отчитаются ли провайдеры перед спецслужбами? И есть ли у них шанс не отчитаться? Теперь письма в никуда. На одном уровне с ними стоят. Штраф за молчанку. О штрафе компании Mail.ru на 500 000 рублей. Борьба за наши конституционные права. Ты про деньги? Нет. Про ЗАГС получил электронное заявление от Депардье. Ну, это пока сюда. И, на мой взгляд, на первом месте по актуальности, по очевидности этой актуальности, анонимы с Кавказа. Я поставлю на первое место. Как-то вот так. Нет возражений? У меня нет. Тогда я, наверное, все-таки бы поменял бы это сюда, а электронное письмо от Депардье поставил бы сюда. Все-таки там же новость про то, какой про ИЧП Медведев да, себе хотел... Зачем Медведев лазил на госуслугу? Зачем Медведев и в УЧП? Да. Хорошо, как-то вот так. Новость, которая, на наш взгляд, заслуживает особого внимания про анонимусов Кавказа, требует привлечения уже не нашего разума, а помощи компетенции профессионального сообщества. Кто будет этим человеком, мы не знали до последнего момента. Это сюрприз, подстава продюсеров, режиссеров программы.
Все, что мы знали про него, это то, что он эксперт по информационной безопасности, которому можно доверять, и то, что у него вместо сердца, по слухам говорят, вставлен чипованный процессор, который настраивается только ему понятными настройками. Итак, у нас сегодня в студии Сергей Акимов. Я боюсь вас огорчить. Чипованный процессор остался на работе. Я в том виде, в каком я есть. Физическое лицо со своим мнением, со своим желанием помочь вам разобраться в этом вопросе. Спасибо, что пришли. Теперь вместе с экспертами мы попробуем разобраться с главной новостью месяца. На мой взгляд, новость про анонимусов Кавказа, она не шокирующая, но просто она была в шлейфе событий после Бирюлёва, которые шокировали все наше общество. Поэтому, на мой взгляд, эта новость заслуживает особого внимания. И, кстати, та уязвимость, которую использовали хакеры для атаки, она была известна достаточно давно, ее мы еще обсуждали на Магнитогорском форуме. Да, новость действительно интересна, новость действительно заслуживает определенного внимания, но я не связывал бы ее с Бирюлёва, наверное. Может быть, есть смысл копнуть более глубоко во временном интервале, вспомнить те действия, которые предпринимали анонимусы до этого. Я не говорю анонимусы Кавказа. В частности, те заявления, которые были со стороны филиала анонимусов в Словакии, в Чехии, когда они обещали посадить банки Восточной и Центральной Европы. Это был март этого года. Давайте вспомним заявление Департамента внутренней безопасности США, который предупредил еще в сентябре этого года о том, что возможно нападение на институты, финансовые институты Америки со стороны анонимусов. Их надо все-таки рассматривать в контексте с большим анонимусом. Я объясню почему. На самом деле, и вы прекрасно это знаете, та атака, которая была предпринята, она была не самой крупной. Это была атака, которая была очень хорошо спланирована, очень хорошо организована. И если посмотреть как бы характер этой атаки, то это была та атака, которая была осуществлена силами-то заграничных товарищей, а организована где-то здесь у нас. А вот как организована, на какие средства, используя какие технические возможности, используя какие наработки, методические рекомендации по организации атаки, я думаю, что здесь стоит, за их спиной стоит более сильная организация и более продуманная организация, предполагая, вот, например, тот же большой анонимус. Это вообще, если мне не изменяет память, одна из первых акций такой до этого неизвестной группы, как кавказские анонимусы. Нет, нет, у них была акция буквально в сентябре, насколько я знаю, но вот та была акция, она была акция все-таки как бы региональная. Она, может быть, прошла несколько незаметно, но они попытались взломать интернет-сайты Ингушетии. Что меня насторожило, что по оценкам экспертов, подобные акции анонимусов Кавказа, нацеленные против российских банков, оценивалось экспертным сообществом как хорошо подготовленные. Да, совершенно верно. Если вот как бы взять статистику, ту, которую мы знаем, и есть она в сообществе, о том, что, например, на периметр Центрального банка порядка нескольких тысяч нападений за год. Но по значимости, по резонансности, вот эта атака, она была, предположим, наверное, год назад где-то. Подобная атака была где-то год назад. Поэтому это нечастое явление, действительно говорит о многом. Но с другой стороны, чувствуется, что не было умысла либо посадить на деньги, либо получить какие-то персональные данные, привести к утечке информации. Основной смысл все-таки это привлечь внимание и, соответственно, повысить резонансность. Естественно, это начало. Начало, если вот посмотреть историю анонимуса Кавказа, то сентябрь – это небольшая локальная атака. Сейчас хорошо спланированная. Ведь посмотрите, на что они напали. Они же напали на самое святое. Сбербанк, да. Газпромбанк, Альфа-банк, ну, по более каким-то сведениям. Время выбрано было в понедельник, когда все снимают либо зарплату, либо деньги на них. Совершенно верно. На самом деле проблема-то, наверное, даже не в технической составляющей, не в технической защите, на мой взгляд. Наша проблема, она больше системная. Вот. И здесь яркий пример, на котором можно было бы проследить, во всяком случае, взаимодействие между банками. Координация между банками, взаимодействие между банками и регулятором, центральный банк,
взаимодействие между банками и, например, теми лабораториями, которые защищают. Я так понимаю, что Касперский же тоже там был в какой-то мере подвергнут нападению. Взаимодействие между банками и, предположим, теми провайдерами, которые предоставляют подобные услуги. Сергей, в этом перечне жду, никак не дождусь еще одного важного слова. Скажу, да. А следующее слово, и самое главное, на мой взгляд, это взаимодействие наших законодателей и следственных органов. Совершенно верно. Чтобы почему? Они потому что расследовали этот инцидент, довели его до суда. Да. Законодательная база на сегодняшний момент, она недостаточна, чтобы привести к логическому концу вот такие вот акции. Сейчас все-таки каждый рассчитывает на собственные силы, и каждый банк как бы сталкивается с атакой один на один. Мне кажется, если бы иметь общий коалиционный центр, все было бы как-то да. проще. Все знали о готовящейся атаке. Как банки себя вели в этой ситуации? Насколько они были скоординированы? Насколько позиция государства была скоординирована? В общем-то, спасибо за этот инцидент, который имел не самые серьезные последствия, за то, что он показал масштаб грозящей нам угрозы и который потребовал консолидации всего профессионального сообщества. Главное, чтобы мы выучили уроки. Да, хорошие выводы, но это прекрасно всегда. Спасибо. Спасибо вам. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что вы были с нами. И хотим напомнить, что нас очень интересует обратная связь, ваши комментарии, советы, рекомендации. Автор лучших комментариев получит приз за замечательную книгу «Голоса информационной безопасности. Икона стиля», написанная авторитетнейшими людьми из области информационной безопасности. Но жюри, которое будет выбирать вопросы, продажно, подкупаемо и субъективно. Спасибо, что нас слушали. Передачу вели Рустам Харидинов, Олег Седов и, как говорила Анна Каренина, до скорого. Хотел тебя спросить, готовим Уральский форум. Как всегда, вопрос качества подготовки спикеров. С этим у нас беда. У тебя, как всегда, есть какие-то умные советы, рекомендации, что с ним делать? Как? Запретить спонсорские доклады вообще. То есть расстрелим за это? Перенести их на выставку и на мастер-классы. Не знаю, я считаю, что слушать очередной раз содержимое маркетинговых брошюр — это как бы беспредел. Я уже больше не могу. Я снова буду кататься на лыжах. Вместо того, чтобы сидеть в зале и слушать доклады. Ну что ж, я сейчас поддержу тебя на лыжах. Действительно, я думаю, что мы имеем право проголосовать ногами. После первого же рекламного доклада я уеду кататься на лыжах. С призывом все на лыжах. Все на лыжах, да. Ну, значит, жизнь слишком коротка.